расскажите мне что-нибудь про динозавров. А меня не интересует динозавр, даже меня не спрашивайте. А почему не интересует? Ну, она... А потому что я такая родилась. Ясно. А что тогда тебя интересует? Я интересуюсь браслетами. Ну, потому браслеты. Что их как-то так делают. Ну, это, ну, таких из маленьких резиночек. Ну, это же хорошо. Это творчество. Это искусство. Если ты научишься это делать хорошо, и значит, будет тебе успех. Ты сама будешь очень довольна, ты будешь счастлива, что занимаешься любимым делом. И другие будут довольны, потому что ты красивые вещи создаешь. Это же здорово. Да? Ну вот. Поэтому в следующий раз тебя спросят, что тебе интересно. Ты не говоришь, что тебе ничего не интересно. Вот ты скажи, что тебе интересно рисовать. Или создавать какие-нибудь украшения. Это же великолепно, здорово. Ну, а Катя, вот она у нас любит динозавров. А что тебе известно о динозаврах? Что ну, это такое? Мне известно, что я на всю жизнь запомнил, что у компспагната 68 зубов. Ага. Это, конечно, очень полезная информация. Если бы у него было 69 зубов, то, конечно, он был бы каким-то другим животным, да? Да. Нет, а вообще, вот ты можешь сказать такую простую вещь, допустим, вот это предмет, да? Скажи, что это такое? Это очки. Правильно, очки, это название. А вообще, вот если не применять слово очки, вот можешь объяснить, что это? Ну, это, например, такая штука, которая есть... Стекла – это такой предмет для от солнца и для видения. Молодец, у тебя очень хорошо ум работает. То есть первое слово, которое ты должна сказать, это предмет. Да. Потому что это действительно предмет, да? Это не явление. Явление – это вот ветер дует, да? Или ночь там стала. Это явление. А это предмет. Предмет – это то, что можно пощупать, и то, что может быть либо полезным, либо не полезным. То есть первое слово у тебя должно быть предмет. Второе, для чего он предназначен. Ты правильно сказала, для того, чтобы либо защищать солнце от яркого света, либо для того, чтобы восполнить свои недостатки, если у тебя зрение плохое, очки помогают лучше видеть. Так вот, динозавры это что или кто? Это кто? Угу. Это такое животное, которое было очень давно. Молодец. А скажи, пожалуйста, ты различаешь животных, птиц, рыб, насекомых? Ой, нет, я их не различаю пока. Пока нет? Да я проверяю. Ну, на самом деле все несложно. Животные, они в основном бегают по земле, по лесам, по болотам. По полям. А рыбы, они все живут в воде. Не бывает рыб, которые бегают по полям. Хотя есть такая рыба, которая называется анабас. Она может ползать по земле довольно далеко. Есть такие рыбы, которые вообще на период засухи вот, в Африке забираются в глубокие норы в землю и там засыпают. И ждут, пока пойдут дожди, чтобы вот... Земля намокла, и она могла выбраться из норы и попасть в речку и дальше жить. Вот. Но вообще рыбы это они в воде. Животные на земле. Птицы в воздухе не летают. А кто такие рептилии, знаете? Рептилии это, например, змеи, ящерицы. Правильно. И по-другому их у нас называют пресмыкающие. Вот. Это те, у которых. Ну, у них. Температура тела ниже, чем у животных, да? Мы все теплокровные. И человек, и собака, и лошадь у нас горячая кровь. А у рептилий у них у всех очень низкая температура. Вот. Поэтому они активны только тогда, когда тепло. Когда холодно, они вообще засыпают. Могут, вот лягушки, они всю зиму спят, да? И вот динозавры, почему-то их ученые называют рептилиями. Но не все. Одни ученые говорят, что динозавры это только рептилии, только пресмыкающие, а другие говорят не только. Они говорят, что динозавры это и другие животные тоже.
Почему они динозаврами называются? Слово-то иностранное, не русское, да? У нас в России раньше всех таких вот животных, которые с позвоночником, ну их так и называют позвоночные, да, у которых есть скелет. Вы же знаете, Даш, что такое скелет, знаешь? Это просто какие-то кости. Ну кости, да, только они внутри, да, потому что кости бывают снаружи. Знаете, что у некоторых есть кости снаружи? Нет. А моллюски? Устрицы любите есть? Устрицы. Не нравится? Но видели, у них устрицы-то скелета нет. У них кости снаружи. А помните вы нам какой-то вот такой? Вот это вот древний кальмар. А помните, вот, вы его нам тоже такой подарили, только чуть-чуть поменьше, помнишь, вы сказали, что он лечит. Ну это раньше было просто тельце его. А в нем никаких костей нет. И вот этого тельца, вот такое же мясо, оно окаменело. Его тельца. Значит, есть позвоночные существа, а есть беспозвоночные. Так вот, динозавры, они все позвоночные, у них есть скелет внутри. То есть это такой каркас из костей, поверх которого крепится все остальное. Мышцы, сухожилия. У него есть органы. Знаете, какие органы есть у живых существ? Ну, сердце, например. Да, желудок. Молодец. Вот, молодец. Это как там, где кровь проходит? Ну, сосуды. Ну да, сосуды. Нервы есть. Нервы есть, да. Мозг. Ну вот, у динозавров у них тоже все. Малюсенький. Мозг? Самый малюсенький. Да. Ну, он по отношению к телу не очень большой. Да, на самом деле он маленький. Вы знаете, что у лося тоже очень маленький мозг. Я думала, как у человека. Вот. Хотя голова большая. Лось сам большой. Голова у него вон какая большая. А мозг у него вот такой все. Малюсенький. Угу. Например, как с размером, ну, как сказать, этого листика. Нет, побольше, конечно. Ну, не столь важно. Самое главное, это вот что надо понимать. Что размер мозга, он, конечно, играет большую роль, но не самую важную. Потому что лось – это очень умное животное, несмотря на то, что мозг у него небольшой. И динозавры тоже. Ученые увидели, что у них в черепе там очень мало места, и решили, что динозавры с таким маленьким мозгом, наверное, глупые. А на самом деле это не так, это неправда. А если хищные были глупыми, они не могли бы охотиться? Да. Они бы просто ходили как... Даже ящерицы. А ящерицы это кто? Это рептилии. Правильно, рептилии. А мы один раз мы на Самуи летали, там ловили ящериц. О, а ящерицы глупые? Глупые. Почему? Они, как сказать, чуть-чуть умные. Чуть-чуть, ну ладно. Они не глупые. Уже хорошо, что признали, что они не глупые. Так вот, ящерицы и динозавр, это же одно и то же? Да. Только это маленькие. Ящерицы это те же самые динозавры, только маленькие. Крокодил это тоже динозавр, только маленький. И птица динозавр. А вот птиц динозавр не бывает. Вот ученые, которые изучают эту науку о древних всяких животных, они как у нас называются? Палеонтологи. Да. Палеонтологи. Большая наука, вот, которая изучает вообще всех животных там, и растений, она называется биология. Ну, очень понятно, что одни ученые изучают что-то живое, другие изучают неживое, там, звезды, камни там, и так далее. Так вот, то, что все живое, это все биология. Биологи, они тоже разные бывают. Те, которые изучают животных, которые сейчас с нами живут, это зоологи. Вот. А те, которые изучают растения, которые вокруг нас, это ботаники. Знаете, да, ботанику? Ботанику? Да, ботанику я не знаю. Это наука о растениях. Вот все то, что растения, да, листочки, это всякие травинки, цветочки, это все ботаника. А все то, что бегает, рычит, там, скребется, царапается, это все животные. Вот. Это все зоологи. Так вот, те зоологи, которые изучают животных уже давно умерших, вот они называются палеонтологи. Но палеонтология изучает не только животных. Палеонтология это наука вообще о вымерших
представителях древней жизни. Это и птицы, и рыбы. И все на свете. Ну да, да. Все, кто раньше бегал, а сейчас не бегает, сейчас только косточки одни растения остались. Растения тоже? Да. Бывшие растения тоже. Да. Вот. И когда они стали находить огромных ящериц, они очень-очень удивились. Они же не думали, что такие вот ящерицы, которые рядом с нами живут, они могли быть гигантскими, размером там с дом, с гору большую. И вот их назвали динозаврами. А было это очень-очень давно для вас. Это было аж в 19 веке, 200 лет назад. Ну, 1800, да, 19 век. То вы сейчас только что разбирались с веками, слышал? Не, не слышал. А я помню, что в середине 19 века, по-моему, нашли 700 видов динозавров. Ну, их на самом деле там около 5000 сейчас известно. Но они отличаются там ненамного. Ну, вы же знаете, как, чем собаки отличаются друг от друга? Они все собаки, но есть... Собаки и собаки. Ну, есть вот бульдоги, есть овчарки, а есть маленькие там всякие... И большие. Корги, чихуа. Да, чихуахуа, той-терьер, маленький совсем есть. Одновременно есть доберы. Такой пушистый весь, такой вообще пушистый весь, только хвостик такой чуть-чуть не пушистый, а на конце такой шарик. Шарик. Какая-то такая собака, забыла название ее. Не знаю такую собаку. Ну, это не так уж важно, вы знаете все. То есть вы понимаете, что бывают собаки вот такие, да? Доги, например. А есть вот такусенькие. Вот. И динозавры когда-то жили все вместе. И те, которые размером с большой дом, с многоэтажными, и те, которые размером с собаку. Они все жили одинаково. Только... Потом так случилось, что большие динозавры, они умерли, они не смогли жить. А остались только те, которые маленькие ростом. Они смогли приспособиться к изменившимся условиям. Просто раньше Земля у нас была совсем не такая. Вот если будет интересно узнать, какая Земля была, я могу в другой раз вам рассказать про Землю. Почему на Земле были другие существа. А, я хотела сказать еще. Что я там слушал какое-то видео про динозавров, там были, когда там динозавры только появлялись, там всякие были такие ящерицы, которые из них производились, там говорили, что в 3 раза больше было углекислого газа. Угу. Ну молодец, хорошо, что запомнила такое. В общем, динозавры это... И современные крокодилы, и всякие ящерки, которые у нас даже на улице бегают летом. Это все динозавры, по сути дела. Только ученые не могут сразу точно сказать, что нашли они кости какие-то, определили, что вот неизвестный вид. И начинают гадать, к какому виду это может быть животное принадлежать. То ли он размножался, яйца откладывал, как птица, то ли он живых детенышей рожал. И неизвестно, по костям же не определить, чем он сверху покрыт был. Может, голой кожей. А может быть, сверху на коже были волосы. А может быть, перья. А может быть, как у змеи или у ящерицы, чешуя. Поэтому их всех разделили на два таких особых вида. Одних они назвали... Вы знаете, что такое таз в костях? Нет? Что? Что такое у скелета таз? Покажи, где в твоем скелете таз. Вот он. Да, правильно. Ну, правильно. Вот это вот таз. Тазовые кости. Так вот, эти тазовые кости обнаруживают, что у одних динозавров они похожи на птичьи, а у других динозавров таз похож на современных ящериц. Вот их и разделили на две большие группы. Одни такие. Птицы тазовые, другие ящеротазовые. И среди них, конечно же, нашлась такая группа разных видов, разных пород, которые находят везде по всей Земле. То есть бывают такие динозавры, которые нашли одного и все, и больше нету. Но других таких нет. Они вот один
один скелет откопали и один вид, другого похожего нет. А есть такие скелеты, которые похожи друг на друга, не просто похожи, а являются, ну, одним и тем же животным. Ну, при жизни они были одинаковыми животными. И вот таких вот животных, их, несмотря на то, что их там тысячи разных видов, основные вот все-таки у нас такие получаются, что одни вот птицы тазовые, да, другие ящеротазовые. А почему они называются динозаврами? Вы знаете? Нет. Оказывается, никто не знает. Вообще... Кроме вас. Нет, я тоже не знаю. В школе, когда вы будете изучать динозавров, вам скажут, что динозавр – это два греческих слова. Слово «динос» якобы означает страх, ужас. Вот. А якобы слово «заврос» якобы оно означает слово «ящер». И все в это верят. Я знаю, как это переводится. Страшный ящер. Да, ну так все говорят. Все ученые, все учителя, все говорят, что динозавр – это значит с греческого языка страшный, ужасный ящер. На самом деле слово «динос» в греческом языке означает совсем другое. Это не страшный и не ужасный, а значит меткий. Метко стреляет. А слово «страшный» и «ужасный» звучит по-гречески совсем по-другому. Оно звучит не «динос», а «деймос». Деймос? Деймос. Слышали такое слово? А слово «марс»? Марс, деймос, марс, деймос, марс. Марс – это такая планета. Правильно. Красная Все планета. Знают, дети, что это планета. А у Марса есть спутники. Вот у нас один спутник, Луна называется, а у Марса у него есть Деймос. Динос. Да, есть Фобос. Фобос! Как нашего кота как зовут? Ваш кот. Да, вашего кота зовут Фобос. По имени Фобос. Марсианской Луны. Так вот, Деймос, да, это страх. А Фобос — это совсем большой страх, это ужас. Поэтому, как на самом деле это переводится, никто не знает. Потому что... А вот если взять английский язык уже знаете? Ну, мы его учим-то еще. Угу. Ну, как, hello, знаете, да? Да. Bye-bye. Это хихатня. Hello, да. Это приветствие. Ладно. Bye-bye. Hola, adios. А что такое... Аурия. Что? Аурия. Так вот, аурия – это такое понятие в английском языке, которое означает «все помещается». Динос. А динос – это слово такое специальное. Это есть такая профессия археологи. Археологи, они все раскапывают, да, в земле, ищут старинные ценности всякие, черепки, там, косточки. Вот археологи, они, у них есть такое понятие динос. Динос – это такой сосуд глиняный. Так вот, с английского языка слово... А мы еще испанский учим. Ну, я вот, к сожалению, по-испански знаю только два слова. Алло, адьос. Ну, да. Ну, буэнос ночес. Что? Буэнос диес. Что это за слова? Мы это не учили. Не учили? Еще нет. А перейдите. Это на русский. Ну, доброй ночи. Или спокойной ночи. Буэнос ночес. А буэнос диес — это добрый день, здравствуйте. А здравствуйте как-то будет по-другому. О, кто они такие? Ну да, кто такие динозавры? Ну вот я говорю, все люди обыкновенные, такие как, ну, школьники, студенты, ну все. Вот, обычные люди, которые уже на работу ходят, они все думают, что динозавры — это такие большие чешуйчатые и очень опасные ящеры, которые вымерли десятки миллионов лет назад. А вы понимаете, что такое десятки миллионов лет назад? Это 10 миллионов лет назад? Ну да. Вот один день назад, вы знаете, да? Даже, наверное, помните, что было год назад, тоже знаете. Правда? Ну... Не помните уже, что было год назад? Нет. Даш, ты помнишь себя, как ты в коляске ездила?
Я помню. Я представляю просто. А сама помнишь? Ну, помню, как сказать. Я тоже представляю. Ну, давно это было? Давно. Только не год назад. Ну, понятно, что не год. Просто для вас это уже давно, да? А для вашей мамы это было вот совсем недавно. Потому что ваша мама вот столько-то прожила, да? А вы от этого размера, сколько мама прожила, вот столько только прожили. Нет, побольше. Примерно четверть. Ну, вот так. Вот так. Ну, понимаете, почему вам кажется это давно? Для мамы этот срок, пока вы родились, он небольшой. А для вас это вся жизнь. Вот. А для нас это просто... А теперь представьте, что если нашей планете, вот ученые говорят, что нашей планете 4 миллиарда. Вы знаете, что такое миллиард? Миллиард. Ну, вы знаете, что такое 100, знаете, что 1000. Тысяча, миллионы. Вот. Триллионы, четвертёны. Квадриллионы, наверное. А миллиард, квадриллионы, я не знаю. Да, ну, еще узнаешь. Представляете, миллиард, какая огромная... Ну, цифра. Цифра, да. И вот, что такое по сравнению с миллиардом один год? Да, я не знаю. Вообще ничего. Вообще ничего. Вот эти вот миллионы, ну, пускай будут миллионы. Главное, что это действительно было очень давно. И не важно, сколько это на самом деле. Да, важно, что в то время Земля была совсем другой. Были другие моря, другие океаны. Вот, воздух совсем другой был. Другие растения. Легче было, наверное, бегать даже. Они же были. Можно было пробежать 10 или 20 километров и не устать. Ого. Да. Вот поэтому такие животные большие были. А есть, по-моему, я еще помню, что телефизисы, что ли, по-моему, телефизисы, что ли, там говорили, что им надо очень мало воды, и они пережили какую-то засуху. Ну, молодец. Я восхищен. Ты много знаешь. Много слышала. Да. Это хорошо. Ну вот, мы-то все думаем, что это просто чешуйчатые большие ящеры опасные. Они же были, оказывается, не всякие опасные. А вот ученые говорят, что динозавры это только вымершие, вот позвоночные, позвоночки, да? И только пресмыкающиеся. Только рептилии. А вот другие животные динозаврами не были. Но я думаю, что, наверное, они тоже ошибаются. Среди динозавров, они многие были похожи друг на друга. Наверняка были не только те, которые яйца откладывали, а которые рожали детенышей. Ого. Да, ну как коровы, как собаки, как козы. Детенышей рожали, потом молоком кормили. Такие тоже могли быть. Вот, хотя они могли быть похожи на настоящих динозавров. Вот. Ну, это уже... Не обязательно, наверное, сейчас. Если они рождали, то были, наверное, млекопитающими. Ну да, правильно. Вот есть млекопитающие, да? Вот. А есть те, которые яйца несут, как птицы. Нет. Да. Считается, что большинство вот рептилий, они откладывают икру. Ну или яйца. Чем больше динозавр, тем. Больше яйцо, казалось бы. Но на самом деле огромных гигантских яиц никто не находил. Ну да. Яйца динозавров находили, но они все примерно небольшие. Не очень большие. Ну, как сказать, чем вот тоже... больше яйцо, чем оно хрупче. Да. Хрупче. А чем мельче, они, тем. Тоже мельче. Вот находят их такими вот окаменевшими. Вот как этот кальмар окаменел. Так и яйца динозавров находятся, совершенно превратившиеся в камень. Вот они лежат где-то в земле, и вот какая земля вокруг них есть, она вот, эти яйца такими же становятся, как земля, которая вокруг. Вот они окаменевают. И их скорлупа, она неизвестно, была ли она раньше твердая. Потому что, может быть, ученые говорят, что она не была твердая, как у куриного яйца. А может быть, это просто оболочка была мягкая. Вот, наверное, поэтому, ну, как у лягушек, да, икра, у них вот такие черные икринки, полупрозрачные.
И там внутри появляется потом или как рыб. Вот голова. Вы икру уже покупаете, идите. Красную. Вот. И я черную ем. Да, и шарики, даже оболочка сверху, правильно, ее раздавливаешь языком. Просто языком. То есть она настолько мягкая, что можно языком раздавить. Это же тоже, по сути, яйца. Только их много-много-много. Это. Вот чем отличаются одни динозавры от других. Вот это вот птицы тазовые, вот у них вот такое строение костей сзади. А это ящеротазовые. У них уже скелет больше похож на современных ящериц. На крокодилов, на игуан, аган, варан. Знаете, кто такие вараны? Ящеры. Большие. Ну, да. Я только вот название помню, а игрушка есть вот варан. А бывают вот такие вараны. Да, они очень большие бывают. Вообще огромные. Вот, но и они, вот у них строение костей, вот таза, вот они точно так же устроены, как вот у этих вот динозавров. В общем, это целый вид. Это тоже динозавр такой? Да, это динозавр, это позвоночная, якобы пресмыкающаяся, хотя, скорее всего, он никаким пресмыкающимся не является. Несмотря на то, что у него кости таза там похожи на птичьи. Цератопсы? Да, цератопсы. Вот. Вот были еще такие птицетазовые динозавры, которые. Анкилозавры. Да, анкилозавры. У них много всяких разновидностей, но были они вот устроены вот таким образом. А этот с этой, да, сверху? С панцирь. Ну, якобы да. Но, похоже на черепаху. Похоже на черепаху или на броненосца. Очень вот. Похоже на броненосца. Вот еще. О, этого я никогда не видел. Ой, я помню его. Он у меня знакомый, орнитоподы. Ну да, вот когда видишь слово орнит, это значит, что это связано с птицами. Потому что наука, изучающая птиц, называется орнитология. То есть орни — это птицы. И это как бы птичий такой, ну... Насчет орнитопода точно известно, что он яйцами размножался. Как курица нес яйца и высиживал их. Он на этого похож на кенгуру? Да, вполне возможно, что он является прародителем кенгуру. Или может быть даже не то чтобы прародителем, а может быть они вместе существовали. И орнитоподы вот эти вот, и кенгуру существовали одинаково и те, и другие. Просто эти вымерли, потому что большие были. Они яйцами размножались. Яйцами размножались. А кенгуру, вот они научились размножаться не яйцами, а детенышей в сумке вынашивать. Вот. Вот еще такие были. Это тоже. Пахицефалозавр. Да, не выговорить. Пахицефалозавр. Только ты. Вот. Цератозавр. Да, цератозавр. Из-за того, что у него такие большие зубы, то, конечно же... А сколько ученые... у него всего зубов? А не так уж это и важно, на самом деле. Я хочу... Специалистам это очень нужно знать, потому что они должны разбираться во всем. А мы же ведь не палеонтологи. Этого я тоже. Самый большой из них стегозавр. Тоже такое животное интересное. Вполне возможно, что комодские драконы, которые, знаете, такие большие ящеры, на Комодских островах живут. Может быть, они были с ними тоже родственниками. Только у комодских варанов нет таких больших пластин на спине. Но они тоже есть, только поменьше. Ну и сами они маленькие. Ну как маленькие, размером с собаку. О, боже мой. Вот. Ящеротазовый диплодок. Да, это ящеротазовый. Самый большой диплодок. Самое легкое название. Ну, кстати, да. Он на тигра похож, потому что у него там полосочки. Ну, насчет полосочек я сомневаюсь, честно говоря. Потому что по костям никак не определишь, что были у него полосочки на коже или нет. На жирафа похоже. Ну да. Да, шея такой жирафа. Велоцираптор. У меня есть дома велоцираптор. Игрушечный. Ну вот у них тоже зубы такие очень острые, много зубов в пасти. Вообще очень. Конечно, они, наверное, не травой питались, потому что... С таким устройством рта они могли только кого-нибудь есть.
То есть они были хищниками. Ну цвет, это же ведь тоже как бы фантазия. Это фантазия. Это что еще за динозавр? Вот овираптор. Овираптор. Его так назвали, наверное, потому что его находили все время рядом с его яйцами. Угу. Вот, потому что ови это значит яйцо. А он, кстати, яйца чужие ел. Ну, наверное, да. Предполагают, что он вел такой образ жизни, что он бегал, выкапывал чужие яйца и пожирал. Вот поэтому его и назвали овираптор. Овитомим. Овитомим. Это ящер. Тоже интересный такой зверек. Можно подумать, что от него появились не только... Да, похож на птицу. От него появились не только кенгуру, но и страусы. Тоже такой шеей. Барионикс. Да. Это больше всего на крокодила похоже, потому что у него вот сверху у него такие шипы, как у крокодила. Ну и голова как. Голова, челюсть у него как у крокодила. Поэтому, конечно же, он тоже не мог питаться листьями. Он тоже был хищником. Ну, тираннозавр мой любимый. Кстати, у меня вот такой скелет стоит, вот такой ты огромный. Ты видел, наверное, вот это, вот этот. Вот этого именно? Да, тираннозавр. Он мой любимый. Ну, расскажи, что нового? Ну, мы узнали, что есть, как, то есть узнали, что какие они, как, чем они были покрытыми перьями или кожей, они по тазам узнали. Да, да, то есть они различаются на два основных вида. То есть всех этих животных поделили на два вида, которые отличаются друг от друга. У одних кости как у птиц, а у других кости как у ящериц.